Готовим вкуснющий айс-кофе дома. Нам понадобится чайная ложка сахара, чайная ложка растворимого кофе и 2 чайные ложки воды. Все это дело хорошенько взбиваем до пышной пены. Теперь чисто декоративный элемент, который вы можете пропустить. Конечно же, добавляем лед, много льда, холодное молоко. Если есть капучинатор, обязательно им воспользуйтесь. Если нет, то просто хорошенько потрясите бутылку с молоком. Ну и, конечно же, кладем наш кофе. Хорошенечко перемешиваем. Ваш кофе готов.